Круглянський район відзначає 100-ліття з дня утворення і 500-ліття з першого вспоминання у письмових криницях. У Круглянському районі у годи Великої Вітчизняної війни був створений перший у БССР партизанський отряд. Невипадково святочні мероприємства розпочалися у городському парку культури відпочинку з відкриття пам'ятника партизанам. Коли виникла ідея у депутатського корпусу по створенню пам'ятного знака партизанському движению, которое очень активно было в годы Великой Отечественной войны в Круглянском районе. Мы откликнулись, поддержали, и предприятиями Министерства энергетики была оказана спонсорская помощь на финансирование этого проекта. Амаль паўгода ішла падрыхтоўка да святочнага шэсця, каб дастойна прадставіць багатую гісторыю Круглянскага района і яго сучасныя дасягненні. У прыгожай калоне прадстаўнікі працоўных калектываў, навучэнцы, курсанты патратычных класаў, а таксама ўдзельнікі аматарскіх аб'яднанняў і спартыўных секцый. Здесь родился, вырос, работаю. Ну, пока все устраивает. Ну, это большой грандиозный праздник для нашего района. Ну, хотелось бы, чтобы таких праздников было побольше. Приносили людям радость. Веселье. Мы желаем, во-первых, процветания нашему городу, мирного неба над головой, здоровья всем жителям этого города, ну и стремление развиваться больше и лучше, чтобы мы становились все ярче, краше. Керавник державы Александр Лукашенко дослал віншаванні жыхарам Круглянщини. Привітальний адрес огучив старшиня аблканкама Анатолій Ісаченко. І тут же на пляцовці каля Дома культури узнагородили лепших представників за особистий унесок у розвиття району. Ми сьогодні вспоминаємо дуже багату історію Круглянського району, яка і бойовими событиями славна, партизанським движением. Но самое главное, она славна своими людьми. Тех, кто сегодня в ежедневном труде создают благо. Люди здесь особые. Прекрасный город, прекрасные улицы, сельские населенные пункты. Просто душа радуется. Поэтому хочется пожелать всем жителям успехов, процветания, здоровья и, самое главное, всем нам мирного неба над головой. У Круглянського району добрая слава и мощные традиции. И нехай яны множатся добрыми справами. Мы ждем успехов. Мы ждем той работы, которая будет направлена на благо наших людей. Для этого все есть. Что касается самого Круглого, конечно, это уникальный район. Здесь все есть необходимое для того, чтобы динамично развиваться и двигаться. Я хочу пожелать жителям Круглянского района всего самого наилучшего. Любить свою малую родину, любить свою землю. Татьяна Сергійчик, Леонид Сікорин. Новини региона.